Дарина, я не поняла, ты будешь так стоять? Где зарисован орган куса? Так в смысле нарисовать? Так я думала, просто написать нужно было. И записать, Дарина, и зарисовать. Нарисовать орган вкуса и написать, из чего он состоит. Приступаем. Закончила наконец-то. И это все, Дарина, язык и цяточки? Да, все. Язык. Получается, я умная, нарисовала. Дарина, никакая ты не умная. Да, молодец, что хотя бы не нос или не уши нарисовала, как орган вкуса. Но этого мало. Давай хотя бы еще валиковидные сосочки нарисуешь, и пятерку я тебе поставлю. Валиковидные сосочки? Дарина, я не вижу там вообще никаких сосочков. Это и так понятно, что ты ничего не знаешь. И как всегда на моих уроках губы красила сидела. Итак, напоминаю тем, кто хотя бы слушал чуть-чуть меня. Вкусовые луковицы собраны на вкусовых сосочках, а те располагаются в ротовой полости, на языке, мягком небе, на задней стенке глотки и на гортанном хряще, прикрывающем вход в дыхательное горло. На каждом вкусовом сосочке от 300 до 5000 луковиц. А ты, Дарина, садись на место. Хорошие оценки, понятно, тебе не видать. Дарин, Дарин, надо было другие сосочки рисовать, свои. Тебе ты дурачок, иди сразу. Так, Дарин, надо было выйти нарисовать. Тебе что, слабо? Так, Дима, давай выходи к доске, сейчас ты будешь зарисовывать нитевидный сосочек. Давай, давай. Нитевидный сосочек, девочка, находится у нас где? Находится на языке. Вот тут вот, вокруг языка. Кандовидный сосочек. Что ты рисуешь? Какие канатовидные сосочки? Быстро или исправят, или получишь двойку. И я тебя в четверть выставлю, за год выставлю. И еще я встану назад в 8 классе учиться. Ну давай, давай, Дима, нарисуй свои сосочки, это тебе слабо. Мне не слабо. Кстати, а где все остальные ученики? Ни Леры нету, Павлушенька понятно где, Камилы нету. Где они все? Валентина Ивановна видела вашего Павлуша, он там за школой цветочки собирает, якобы. Лерка не знаю где, а Камила у Дарины спросите. Дима, я будто бы знаю где, он может быть на своем матрасе в Черное море было. Аня, ты что не сидишь, что же собиралась? Не отстань. Все понятно. Значит так, выходит Аня и нарисует.
Чувствует нам грибовидные сосочки. Встаем, Анечка, встаем. Какие грибовидные сосочки? Давай, давай. Удачи. Да, я знаю. На ней находится точно не на языке. Я не знаю, где они находятся, поэтому просто грибочек рисую. Урока. Тема была строение органов вкуса. На эту сторону переходим. Давай вместе. Да. Это что у нас такое? Это язык. Правильно. Где кончик языка? Вот тут. Умничка. Где край языка у нас? Вот. Вот. Ну да. Хорошо, хорошо. Давай. Нитевидные сосочки находятся вот здесь. А грибовидные, вот они покрупнее, находятся вот здесь. Понятно? Ага. Садись. У тебя есть шанс сыграть еще оценочку. Пойдет? Хорошо. Давай. Пока тебе два не поставлю. Полистала, я пойду. Спасибо. Аня, итак, давайте еще вкратце. Я вам уже показала основное. Смотрите, самое интересное то, что сладость мы ощущаем самым кончиком языка, а не всем языком. Рецепторы, воспринимающие соленое, кислое и горькое, расположены глубже. А острое, то, что остренькое, воспринимается даже не вкусовыми, а болевыми рецепторами. Представляете? Тетя, видишь, что я опоздал? Можно зайти? Садись уже на место. Горького лука. Никитова, на стрие, какой Паша три блюда собирал. Цветочки шикарные. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Можно сесть на место? Нифига себе, Камила, что с тобой случилось? Валентина Ивановна, что, новая училка? Дима, никакая не новая училка. Вот я вижу, что Камилочка наконец-то решила учиться. Даже книжечку купила, маленькие умники. Садись, Камилочка, на место. Спасибо, Валентина Ивановна. Что ж ты так нарядилась? Думаешь, переоделась? Что-то в голове прибавилось? Да, прибавилось. Что ж мы с вами матрасики в Турцию не поплыла? А я больше не буду плыть в Турцию. И еще в спанчбоку я тоже не попаду, потому что там дышать нечего. Какая жалость. Камила, как это мы к спанчбоку не поедем? Я уже белке ореху купил. Себе скафандр купил, чтобы у белки в куполе жить. А ты сразу так говоришь. Орешки купил? Ну, знаешь, Дима, мы не поедем. Почитать про море. Вот так всегда. Надеюсь на человека, он тебя подставляет. Да, Дима, отстань от меня. Пусть он читает. Ну, точнее, картинки смотрит. Камила, книгу переверни, букву не так читают. А, да, точно. Значит так, Карина, ты уже отвечала, хватит разговаривать. Сидишь умничаешь. Вот Камила выучит и всем нам потом расскажет. А ты, Павлушенька, давай просыпайся, потому что оценок у тебя нету. При всей моей любви просто так я оценочки не ставлю. Выходи к доске и зарисуй нам листовидные сосочки. Тетя, не хочу выходить. Ну можно я? Камила, пока нет. Пашенька встаем, давай бегом. Господи. Позволяй, ты сильно многое. Гербарии, для чего тебе эти листки нужны? Ну, домой, чтобы их не приносил. Все, садись на место. Пашенька, имей в виду, что с таким обучением ничего у тебя не будет. Ни жилья, ни образования, ни хорошей любимой тети. Здравствуйте, извините за опоздание. Так, стоп. Кто ты вообще такая? Ну я же уже говорила, я черевишенка, Лерина сестра. Кстати, а где она здесь? Что за черевишенка? А Лера тогда где? Ну я не знаю, где Лера. Я буду учиться вместо нее. Ну ты куда я могу присесть? Сюда. Со мной она сидит. Вишенка, садись. Тебе она ни на кого не напоминает? Напоминает. Вообще, откуда ее сестра взялась? Да
врет она, это она. Значит так, черевишенка, которая почти одно лицо с нашей Лерочкой. Раз Лера в школу не ходит, ты теперь будешь учиться вместо нее, соответственно, оценочки я буду ставить ей. То, что ты нарассказываешь. А сейчас ты мне расскажешь про язык. У нас сегодня и кончик языка, и тело языка, и корень языка, и варикавидные сосочки нужно показать, и нитевидные сосочки, и грибовидные сосочки, и листевидные сосочки. Тетя, можешь потише? Я вообще успокоиться не могу. Я вот нюхаю, нюхаю эти цветы. Не легчает вообще никак. Вот это поворот! Значит, вот как ты заговорил, да? Я столько для тебя сделала! Всю зарплату учительскую на тебя трачу, бессовестно! Тетя, ну что ты успокоишься? Что ты начинаешь? Твоя трава. Это все из-за травы? Вот это нацепил! Никто сейчас так не ходит! Ты что, негр какой-то? Или что это такое? Так, знаешь, быстро, сейчас с мамой! С папой! Быстро! Быстро, сейчас разберемся с тобой! Девчоночки, смотрим внимательно! Трава! Нюхаем траву! Ого!